Диеты для похудения супер популярны в интернете. И одновременно со снижением веса вы можете получить еще один бесплатный бонус – очищение вашего организма. И вроде как вот она, есть альтернатива правильному питанию, здоровому образу жизни, но! Чем выше скорость снижения веса, тем выше риск для вашего здоровья и даже жизни. Вы понимаете, насколько это важно? Именно поэтому, просмотрев это видео до конца, вы узнаете физиологические основы снижения веса. Также вы узнаете топ самых опасных для здоровья и жизни, подчеркиваю, и жизни в том числе, диет для похудения. Ну и что такое самая безопасная диета для похудения. Пожалуй, начну с описания физиологии процесса, чтобы вы в какой-то мере самостоятельно могли управлять своим весом. Многое, но не все, зависит от скорости обмена веществ, которая была подарена вашими родителями вам при рождении, а записана задолго до этого в генах еще при оплодотворении. И легко определить, это ваш темперамент. Если по определению Павлова вам достался сильный неуравновешенный тип высшей нервной деятельности, или по-иному вы холерик, скорее это видео не для вас. Вы ищете, как поднять вес, как набрать жировую массу, как подкачать мышцу, увеличить ее объем, потому как своей системой питания вы не успеваете за той скоростью обмена веществ, которая вам была подарена. Вот если у вас другая крайность, вы слабый неуравновешенный тип высшей нервной деятельности получили в день своего рождения, или по-иному вы меланхолик, это видео для вас, причем вас эта тема будет интересовать всю жизнь. Важно не попасть на самые опасные диеты, чтобы здоровье не подорвать в попытке снизить вес. Потому что закрывать глаза на эту проблему нельзя, даже если при взгляде в зеркало вас ваша фигура не устраивает. Потому что от этого ничего не меняется. Не меняется давление на суставы с ранним развитием артроза или остеохондроза позвоночника. Не меняется обмен веществ, не восстанавливается обмен жиров с риском развития атеросклероза сосудов у мужчин в 20, у женщин в 35 лет. С этого возраста сегодня развивается атеросклероз. Не восстанавливается обмен углеводов, потому что при избыточном весе очень высокий риск развития сахарного диабета, который при правильном снижении веса куда-то исчезает, самопроизвольно излечивается. Не восстанавливается обмен белков, который при этом автоматически нарушается с развитием как минимум подагры. Не восстанавливается длина сосудистого русла. Сердце вынуждено при ожирении качать кровь с более значительной силой, быстрее изнашиваясь и проверяя сосуды на прочность. Эти ситуации сами по себе никуда не денутся, пока вы правильно не снизите вес. Да, в эту тему по-разному философски относятся к ней обладатели иных типов высшей нервной деятельности. Слабый уравновешенный флегматик, либо сильный уравновешенный сангвиник. Они по-разному относятся к этой теме. Все зависит от их биологического возраста. Обмен веществ, да, при рождении запрограммирован. Первые 30-35 лет он снижается неинтенсивно. Вот после этого возраста он падает более интенсивно. Если вы свою систему питания стабильную не меняете в этом возрасте, то после 30-35 вы попадаете автоматически на проблему избыточного веса, от которого очень тяжело избавиться, потому что обмен веществ уже не здесь, он уже здесь. Он резко снижен. И тут вы должны либо садиться на ограничительную диету, снизив калорийность вашей пищи, либо разогреть ваш обмен веществ, чтобы все-таки не так интенсивно набирать вес, а даже его и снижать. В этой теме важно найти золотую середину, потому что не все ограничительные диеты одинаково вредны для вашего организма. Некоторые очень вредны не только для здоровья, но и для жизни. Поэтому в этом вопросе важно понимать вот ту самую золотую середину. Почему чаще в системах по снижению веса замечены женщины? Все очень просто. Мужские гормоны разогревают обмен веществ примерно на 10-15% интенсивнее, чем у женщин. Именно поэтому не мужчина идет к женщине греться, а наоборот. А вот такая небольшая разница в скорости обмена веществ дает возможность, находясь на одной и той же системе питания, мужчине сохранять свой вес, а женщине искать системы, как его снизить
Главное снизить не очень быстро. Потому как скорость снижения обмена веществ зависит всего от двух компонентов. На основе того, что я сказал ранее. Это калорийность вашей пищи и уровень вашей активности. Причем 75% активности дает вам генетика. А вот 25% вы ими можете управлять. Если вы в небольшой мере даже поднимете уровень физической активности, но это будет связано с приличным временем, вы уже получаете бонус. Небольшой, но бонус. Если вы разумно ограничите обмен веществ в своем организме за счет того, что не будете подбрасывать чрезмерное количество калорий с пищей, вы получите еще большую добавку в снижении веса. Но скорость здесь будет относительно небольшой. Скорость снижения веса за счет жировой ткани, она зависит всего-навсего от двух процессов. Да? 1 грамм жира это 9 килокалорий. Соответственно, ограничение по калорийности на 9 килокалорий дает вам в день 1 грамм жира потерь, реальных потерь в вашем организме. Либо увеличение уровня физической активности на 9 килокалорий в день дает вам ту же цифру. Если вы сделаете все правильно, немножко снизите калорийность, немножко добавите физической активности, вы получаете более активное движение в этом процессе. Важно это делать правильно и разумно и не попадать на очень опасные диеты, о которых я скажу чуть позже. Какие же диеты для похудения, на мой взгляд, самые опасные? Не только для здоровья, но и для жизни. Я бы на первое место поставил бессолевые диеты. Их достаточно много. Определить их несложно. Упор в употреблении продуктов делается на фрукты, зелень. В какой-то степени на овощи. Но принципиально одно. И блюда из этих продуктов, из этих групп продуктов, а также мясные рыбные блюда, готовятся без употребления соли. Что дает вам исключение соли из рациона? Соль это основное вещество, которое удерживает воду в кровеносном русле и регулирует работу ваших почек. Стоит вам резко ограничить употребление поваренной соли, вода в кровеносном русле держится плохо, почка работает легко, выделяет достаточно большое количество мочи, что и дает вам снижение веса. В какой-то степени идет очищение крови, но очень дорогой ценой. По той простой причине. Особенно в жаркий период года. Особенно, когда температура на улице 24 со знаком плюс и выше. Когда дополнительные незаметные потери воды идут с потом и с выдыхаемым воздухом. В этих условиях может критически увеличиться вязкость крови, нагрузка на сердце, упасть при пассивной реакции, либо подняться при активной реакции артериальное давление. Ну а если у вас есть проблемы с венозной системой, варикоз, венозное расширение вен, тромбофлебит, геморрой, венозная сеточка. Критическое увеличение вязкости крови и свертывающей системы крови может привести к тромбозу и к очень неблагоприятным, достаточно быстрым последствиям. Поэтому такие диеты я бы не советовал использовать больше одного дня. И в случае, если накануне вы были не воздержаны за столом, употребляли много соленых блюд, употребляли копчености, употребляли твердый сыр, употребляли колбасные изделия в разных видах, употребляли домашнюю консервацию овощную, где достаточно много соли, которая, удерживая воду в вашем организме, дала вам возможность за такой один день набрать пару лишних килограмм. Вот устроив себе на следующий день разгрузочный бессолевой день, вы легко от них избавитесь и восстановите статус-кво в своем организме. Но если бессолевых дней будет больше, риск, который реален для вашего здоровья, я уже описал. На второе место я бы поставил диеты, где ограничена вода. Да, вода для снижения веса нужна, если ее правильно вкладывают в систему питания. Она может навредить своим отсутствием, потому как ситуация похожая на предыдущую. Воды входит мало в организм. Если в диете прописано несколько стаканов явно жидкости и все, то есть несколько стаканов чая, там кофе, соки какие-то,
то такая диета становится дефицитной по воде, а организм, активно работая, будет терять воду, будет обезвоживаться, и все негативные последствия, о которых я описал при бессолевой диете, они будут тут как тут. И эта ситуация, она понятна, она легко предсказуема и просчитывается. На третье место я бы поставил белковые диеты. Да, эти диеты, как правило, не опасны в ближайшей перспективе, но опасны в отдаленной. По той простой причине, что там увеличено резко количество белка, без учета физиологии удаления белковых токсинов. Если вы увеличили количество белковых продуктов в рационе, а пищеварительная система взяла еще их и переварила полноценно, то количество белковых токсинов может жестко нарушить уровень вашей жизни, вашей активности, и вы просто прервете эту диету. Если же вы будете терпеть диету до конца, то эти белковые токсины начинают накапливаться в организме. Потому как перед белковой диетой нужно было увеличить водную нагрузку на ваш организм. Нужно увеличить количество воды, которую вы употребляете, для того, чтобы потом выводить вот эти самые белковые токсины, чтобы они в лучшем случае не нарушали состояние суставов, не обострился какой-то артрит, либо состояние простаты, чтобы не обострился простатит, либо мастопатия не показала, что не самая лучшая диета была выбрана для вашего здоровья. Потому как худший вариант — это белковые токсины нарушают работу почек. И после таких диет очень часто повышается уровень креатинина в крови. Поэтому когда приходят ко мне с проблемой, как избавиться от лишнего веса, я обычно провожу, отправляю сделать анализы. И один из анализов — это уровень креатинина. Потому как если вы белковыми диетами до этого свои почки уже поднапрягли и креатинин пошел вверх, то это далеко не лучший способ снижения веса уже для вас. Поэтому белковые диеты я поставил на третье место. Да, они опасны, но, как правило, не в ближайшей, а в отдаленной перспективе. Развитием, ну, слишком рано почечной недостаточности. На четвертое место я бы поставил монодиеты. Да, это употребление какого-то одного продукта на протяжении длительного срока. Или преимущественно одного продукта. Да, можно кефир употреблять неделю, дней 10. Есть такие диеты. Можно кефир чем-то разбавить. То есть как бы спрятать эту монодиету, разбавив небольшим количеством других продуктов питания. Но чем полезна монодиета? Она полезна тем, что в пищеварительную систему попадает, как правило, один продукт питания, который легко переваривается. Это могут быть кисломолочные продукты, это могут быть овощи, это могут быть фрукты. Да, их переварить проще. Пищеварительная система отдыхает, она разгружается. И если вы такую монодиету используете 1-2 дня подряд, это называется разгрузочные дни, польза для вашего здоровья несомненно. Особенно если, опять-таки, накануне у вас был нагрузочный день, другой, когда вы немножко свой организм подгрузили, в том числе и продуктами питания. А вот чем дольше вы сидите на монодиете, чем больше вы ее пытаетесь соблюдать, тем больше вред для своего здоровья вы наносите. Потому как даже молоко, как достаточно полноценный продукт питания, выполняет такую функцию только первые 3 месяца жизни человека. Дальше в рацион питания ребенка нужно вносить иные продукты, чтобы его расширять, чтобы он рос и развивался полноценно. А взрослый человек, он должен тоже получать разнообразный рацион питания, для того, чтобы поддерживать свой уровень активности, уровень своего обмена веществ, чтобы он не тормозил, а достаточно высокой своей активностью помогал выполнять те функции, которые он хочет выполнить. На пятое место я бы поставил бы обезжиренные диеты. Есть диеты, где исключены жиры, а больше упор на углеводы и на белки. Все такие диеты неизменно нарушают работу печени, потому что сброс желчи — это одно из условий очищения крови печенью, чтобы было куда складывать новые порции грязи, которые печень нашла в кровеносном русле. И если в диете резко ограничены либо исключены жиры, вы рискуете после такой диеты попасть на жировой гепатоз
и, к сожалению, очень частое состояние, потому как более 80% женщин на протяжении своей жизни испытывали на себе хотя бы одну какую-то диету для похудения. А жировой гепатоз или стеатогепатит развивается на этом фоне. Это достаточно серьезное заболевание. Печень в принципе на начальных стадиях не болит, хотя обмен веществ нарушается. И те метаболические изменения, которые могут возникать в вашем организме, это нарушение обмена белков, жиров, углеводов. Я уже их описал в начале этого видео. Если хотите узнать, какие болезни могут привести вас к, ну, скажем так, не самому лучшему качеству жизни, ну, перелистайте видео там, ближе к началу, вы их услышите и поймете, что это не самая простая ситуация, когда, да, вы снизили вес, вроде как по стрелкам весов все вас устраивает, а в печени остался жировой гепатоз. Пошли изменения, которые достаточно серьезно нарушают обмен веществ. Я это знаю, я это понимаю, потому что работа печени обеспечивается фактически на системе правильного питания. И я знаю, что делать, если у вас есть печень, как ей помогать. Потому что одно из неблагоприятных изменений, которое может в этом случае возникнуть, повышается риск онкологии. Потому что жировая ткань — это не стерильная система. Там не только лежит жир и вода, от которых в принципе могут избавить вас разные диеты, разные ограничительные диеты. Там еще лежат пестициды, гербициды, канцерогены. Там лежит много различных химических веществ, которые обезвредить и вывести из вашего организма может печень. Это главный фильтр в вашем организме. Но он не должен быть в состоянии жирового гепатоза, чтобы работать на полную мощность и уменьшать риск развития онкологии. Поэтому, когда вы используете какую-либо ограничительную диету, знаете, есть хорошее выражение. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Но отмерять нужно не по отзывам в интернете, не по комментариям, которые прописаны под диетами и отмодерированы модераторами. А все-таки, учитывая здравый смысл, а нужно ли вам это? Но вы знаете, у большинства людей здравый смысл срабатывает. Статистика утверждает о том, что все вот эти диеты, эти и иные другие, может быть, к сожалению для авторов, может быть, к счастью для тех, кто пытался их выполнить, их выполняет до конца всего 1% начавших. И это громадный плюс в этой системе. Где-то инстинкт самосохранения у большинства все-таки срабатывает. Та часть доходит до конца. Хорошо бы до конца диеты. Поэтому, если вы хотите больше узнать информации про правильное питание, узнать, что такое самая безопасная диета для похудения, а заодно и очищение организма, смотрите на моем канале видео. Есть консультация врача-диетолога онлайн. Это видео достаточно интересное, я его сделал достаточно объемным. И там достаточно много информации для того, чтобы правильно относиться к своему здоровью и к своей системе питания. Потому как ваше здоровье, вы самый заинтересованный человек в вашем здоровье. И вам его беречь, вам его сохранять. Но просмотрев это или иные видео в интернете, я думаю, вы сможете разобраться в этом вопросе и принять наилучшее решение для вашего здоровья и активного долголетия. На этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать. С привычными подписчиками моего канала словами: крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. А если вам нужно больше знать на эту тему и выглядеть примерно как эта девушка в долине красавиц около города Эгер в Венгрии, вы можете подписаться на мой канал, смотреть другие видео на эту тему и получать здоровье, укреплять здоровье и выглядеть так, как вы считаете это нужным. До новых встреч на моем канале. Вот такое прекрасное место, где можно отведать венгерский гуляш, продегустировать натуральные венгерские вина, ну и укрепить свое здоровье, выглядеть так, как вы это
как вы этого заслуживаете по тому образу жизни, который вы ведете. До новых встреч на моем канале.